Ух ты, и снова я, Александр Кривулат, печенень. Ребята, наш цветет эремурус. Эремурус цветет. Или еще его называют японская свеча. Эремурус или японская свеча. А почему японская свеча? Потому что он цветет... Снизу начал расцветать и пошел отсюда и пошел в гору. Вот. Это уже цвело. Вот здесь уже цветет. Вот здесь цветет. А здесь будут семена образовываться. И эти семена можно будет посеять. Но я уже сеять не буду. Нам хватит эремурусов. Здесь... Эремурус. Там на той клумбе. И во дворе еще растет. Эремурус. Пчелки работают. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Эремурус разводится семенами и делением куста. Все, пока-пока.